Эта многоэтажка располагается по улице Феликса Мовчановского. В ноябре прошлого года здесь прорвало трубу отопления. Вода попала под фундамент, в отмостке дома появились трещины. Последствия этой аварии мы можем устранять только сейчас, потому что погодные условия позволяют сейчас производить данный вид работ. Ну а ее последствия вы видите налицо. У нас нарушение и отмостки, и примыкания. Была перекрыта полностью подача отопления на дом, заменена на обратном трубопроводе участок трубы был заменен. В доме по улице Николая Корищенко специалисты приступили к замене старых канализационных труб на пластиковые. По словам местных жителей, проблема с водоотведением длилась несколько лет. Неисправность повлекла за собой то, что квартира на четвертом этаже, квартира номер 13, практически туалет сгнил, над входной дверью страшные разводы, запах жуткий. Это словами не передать. И третий этаж пострадал. Ну вот до меня стало доходить. А в девятиэтажке по улице Воронина подрядчики ремонтируют температурные швы. Все работы планируют завершить уже сегодня. Силами нашей подрядной организации выполняются работы по замене деформационного шва, компенсатора. Так как предыдущий пришел в негодность, получается, корродировал металл, соответственно, мы выполняем его замену. Наладились погодные условия, то есть можно выполнять эту работу, дабы не сорвался лист, не повредил человека. Текущий ремонт жилого фонда КП «Наш город» выполняет за счет оплаты жильцов за содержание дома. Работы проводятся во всех районах города. Деньги накапливаются конкретно по взятому дому, конкретно направляются на решение вопросов по этому дому, как на текущие ремонты, так и на техническое обслуживание. Сейчас, в этот момент, в других районах города Запорожья специализированные подрядные организации выполняют такие же текущие ремонты жилого фонда. Евгения Ли, Руслан Шевченко, ТВ5.